Итак, ребята, всем привет, с вами снова я, Гипакт, и сегодня будем играть GTA Mordor Roleplay. Итак, сегодня мы будем продолжать работать и зарабатывать денежку, ребят, короче, вот так как-то. А выполним все квестики, и, ребята, пойдем дальше работать таксистами, полицейскими и все и так далее в больнице. А теперь сейчас мы пойдем на завод. Ой. Придется тут, я так понимаю. Ага. Желайте, конечно, желаю. Их собери 30 лаков. Забиральщик. Ладно, ребят, что вы долго это не смотрели, сейчас быстро это проскипну и уже будет все сделано. Итак, ребята, вот мы выполнили работу на заводе, но придется нам опять туда возвращаться, так как там надо поваром поработать, ребята. Сейчас мы туда по-быстренькому, опа, и переместимся. Итак, ребята, вот мы прибыли на завод, и так, теперь мы ищем, где тут нужно одеться поваром. Так, 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 так. Ну это получается, нам надо зайти. Упа, ничего себе, как ты прыгаешь. Так, заходим на завод. И теперь нужно искать, где работать тут поваром. Где тут работать поваром? А, вот тут, наверное. Ема. А где одежда? Тут что ли? А, о, нашел. Опа, ребят. Общепить. Ну давайте начнем. Собери 30 товаров, да легко. Оп-оп. Ема. Ну, ребят, я думаю, вам, ну. Вам это, ну. Не стоит смотреть, так как это нудно, ребят. Так что сейчас я по-быстренькому это выполню. Опа, и мы переместимся на следующую уже работу. Ребята, ну а если вы не знали, у меня есть такой промокод свой здесь, Гепард. Когда вы вводите этот промокод, вы на третьем уровне получаете 15 тысяч баксов, ребят, долларов. Я думаю, ну игровой валюты. Я думаю, это очень приятный бонус, так что, ребят, вводим мой промокод. И, блин, радуемся игре, потому что 15 тысяч долларов сразу, ну, это, конечно, много, ребята. Итак, ребята, вот у нас остался последний товар, ребята. И сейчас мы переходим на лесопилочку, где нам нужно носить бревна. Оп, сейчас введем кодик. Опа, опа, 1461. Опа, правильно. Итак, вот сейчас мы доносим и идем носить бревна, ребята. Там я вам уже покажу весь процесс нереальнейший, как я, ну, крутой чел, ношу бревна. Опа, все, я закончил. Да, могу, конечно. Опа, 4000 баксов сюда, сюда. Ну, а теперь сейчас мы быстро переключаемся на лесопилочку, и я вам все показываю. Итак, ребята, вот мы прибыли к лесопилке. Опа, побежали, побежали. Ой-ой-ой. Так, а где тут у нас ход? А, опа, ход. Текс, 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 текс. Опа, одежда сразу. Итак, работать грузчиком, конечно же. Конечно же, хочу. Итак, мне нужно собрать 25 бревен. Ребята, сейчас я вам покажу, как я это невероятно собираю быстро. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не, ну сейчас, конечно, быстрее у вас будет.
Так, ребята, вот я выполнил все задания, вот эти, которые у меня были, ежедневные, ну, квестовые, короче, вот эти задания. Это было, конечно же, легко. Опа. Плюс 2000 бачей, ребят. Ладно, ребят, ну, если вам понравился видосик, то, пожалуйста, поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, обязательно включите колокольчик. Ну, а теперь всем удачи, всем пока-пока.